Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как будет показывать себя телефон Alcatel U5 HD в игре Standoff 2. Я уже поставил самые низкие настройки, потому что она у меня очень долго грузилась. Сделаем погромче. Это самое громкое. Думаю, почти ничего не слышно. Ну что, давайте тогда покажу вам опять-таки настройки, все самые низкие. И давайте тогда найдем игру. Не бойтесь, это не у нас камера размытая, это настолько размыто теперь. Это игра на телефоне, потому что я поставил самые низкие настройки. Если она будет довольно шустро летать, то я поставлю низкие. Но давайте для начала посмотрим, как она будет на самых низких. Вы знаете, на самых минимальных в принципе играть можно, я бы сказал. Я думаю, вы, в принципе, сами все видите. Не знаю, можно ли кинуть в этой игре репорт, но что-то мне не особо нравится тот парень, который нас уже несколько раз хедшотом убил. Вот именно этот. Ну, знаете, давайте попробуем поставить низкие. Собственно, посмотрим, вдруг это заработает. Низкие. Да. Будем надеяться, что сработает. Если нет, то будет очень грустно. На самых минимальных, конечно, можно играть. Но все-таки... Да, на удивление, вполне можно играть, хотел я сказать. Хотя, все-таки подлагивает. Я думаю, что все-таки для удобной игры надо ставить минимальное. Да, совершенно точно нужно будет ставить минимальные настройки. Что ж, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!